Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Сдаются в аренду помещения под офис, теплые гаражи для легковых автомобилей и производственная площадка по адресу город Оренбург, улица Фрунзе, 1В, телефон 8-903-398-2070. Продают фасадные подъемники, телефон 8-903-398-2070. Центр настольного тенниса России приглашает на работу слесаря-электрика, слесаря по КИП-ИА, слесаря и уборщиков служебных помещений. Телефон для слесарей 8-932-861-70-69, телефон для уборщиков 8-922-893-13-23. Требуются машинист экскаватора и водитель на автомобиль «Шакман». Телефон 90-73-63. В компанию «Профметалл» требуются водитель категории «С», «Е», водитель категории «Б» и уборщица. Телефон 99-24-20. В строительную компанию требуются монтажники навесного вентилируемого фасада. Телефон 202-769. Требуется водитель на автобус. Развозка, заказы. Телефон 90-37-01. В пекарню требуются пекарь, кондитер, продавец и грузчик. Телефон 8-961-900-08-66. На железобетонный завод требуются формовщики, машинисты мостовых кранов, а также арматурщики, электросварщики, слесари и инженер ОТК. Заработная плата от 60 тысяч рублей. Обращаться по телефонам 8-961-933-80-07, 49-15-15 или 42-02-02. В управляющую организацию требуются инженер-энергетик, электромонтер, слесарь-сантехник, штукатур-маляр, разнорабочий и дворник. Звонить 43 49 94. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.